Подписываемся на канал, ставим лайки, колокольчик для того, чтобы получать оповещения. Есть. Не знаю, честно говоря, начнем играть. Типа, чё куда дальше? Не знает фонтан. Не поэтому. Не знает фонтан, потому что дорого. Ты предпочитаешь деньги тратить на что-то еще. Это правда. Все хорошо, слезячонок. Чел, в Тинке... А, Тинке работаю. Сейчас золото must-have в любом портфеле, либо привязка к баксу процесс. Ну да, там, ну, типа, считается как более такая валюта. Нет, и не так тоже. Ты мне реально даешь брана? Спасибо. Обойдешься? Второй таверна рашит. Ну, то есть, вторая таверна, это... Такой, пожалуйста, дайте мне картошки, дайте мне... Дайте мне кто-нибудь на аллу. Что-то происходит. Смотри так. Три монетки. А что у него была монетка? Я не верю, что... Хотя, может, быть стоило. Может, стоило поставить сразу. Типа, тебя избавиться. Ну, может, стоило, может, стоило. Я вообще надеялся, что у нее тоже будет что-то по нагам другое. У нее тут только 2 тир-3 наги. Ниже 5 окси левел идет, а сейчас, возможно, будет тир-6 драконов забирать. С обилочки. Блин, дай самоуверенность по итогу. Ту-т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 у. Ну, шансы того, что я буду забирать мне дракона, совет довольно большие. Как мне кажется. Это может быть, ребят. А что если Калисгот все раскопает? Випи, ВТФ, спасибо за 10 подальше подписок. А чё богачей все за экономику и золото знают, разбираются. Сабочку мальчику так никто до сих пор не купил. Слушай, Випи, он, походу, разбирается и купил. Дух причем, ну вот-вот, ребят, что вы думаете, берем, не берем? Как будто можем забрать. То есть это хорошо, только если у чувака реально будет сейчас конец гос, что-то подобное. Если нет, то я как-то, наверное, грустно с ними. Неплохо, но относительно неплохо, согласен. Пара-то придется продавать. Что-то думал, я его буду держать. Ладно, окей, погнали. Погнали. Отдавай своих драконов. Кто у тебя там? Где драконы? И все? Верните деньги! Уходите теперь смертные, верните деньги, пожалуйста. Забайтили, так я надеялся, что у него там будет сильнее. Ладно, на самом деле, если будет какие-то бафы, то есть один баф по драконам, и это оки-доки. Тоже неплохо. И эта штука есть на раскопочку. И я сейчас у нее еще бран заберу, а еще он 6 копает, возможно. Нет, не копает. То есть забрал точно. Дракон, раскопка на потенциального... Короче, ладно, давай. Вперед тебя продать. Теперь копаем. Оп. Эй-ю. Эй-ю, как будто такую штуку да заберу. Фак. Ладно. Ладно. И пожалуйста, больно надо было. Дурацкая игра.
Вообще криво это выходит. Фак, мне монеты не хватает. Оказалось. Ну, похоже, я просто баф сюда, тогда забрал охотника, поставил тебя. Или может сразу тебя выкинуть? Ты мне вообще нужна, лава скрытень? Наверное, не особо. Я готов сейчас выкинуть? Да, готов. Вы будете получать лишний баф за дракона. Вы у меня остаетесь, ты уйдешь рано или поздно. Так почему именно сейчас? Пошла вон отсюда, что я больше здесь не видел. Говнина. Так, ладно, окей. Сейчас сек. По трекам. Ой. А что по трекам? А следующий трек вот это, да, получается? Нокаут, конец поединка. Что там у тебя было? Монетки плюс бран. Випи, спасибо еще за подарочную подписку. Жестко. Это, кстати, тоже неплохо. Джалочи даже вот это вот. Я, кстати, не знаю, стоит лок или нет. Как только там меня поставят с кем-то сражаться, я убегу. Пока я могу там перед зеркалом выделываться, такой, вау, вау, папа. Нормально, хожу на бокс, нравится. Опять же, как только что-то там будет жестко, то я сразу убежал. Нет меня. Блин, отложи плиз прошлый мой трек и этот минут на 20. Срочно отойти нужно. Ради Арсвен для меня любимая. Люблю ну, ладно, слушать хорошо, музыку хорошо. Вместе с твоим голосом. Хорошо, хорошо. Хорошо, Лазин. Ты напиши, когда вернешься. Иначе бум, получишь прям. Внезапно, да? Не ожидал? Я хочу забрать с обилки дракона 8-8 и 1-5, наверное. Так, Випи, спасибо еще за подарочную подписку. То есть поставил, продал вот так вот, левел забрал из себя с Сидунькой, все, хорош. Вы сработаете вдвоем в конце хода. Лорд-тренер. Эй. There'll be a song just thinking about tomorrow. Получай. Сквозь копьёны, вряд ли в это перебываю, слишком медленно. Мне нужен триплей от Брана. Эй, чувак, единственный, который в драконов играл, вылетел. Вы чё? Больше никого драконов не осталось. Это не его стол. Вы обманываете меня. Выбор опытного командира. I love you tomorrow. You always a day away. Как будто мы хотим что-то в руке подержать. Смотрите, обилка, допустим, забрать себе 2-1 у него. 2-1 было на монетку. Ладно, что-то сделаю, да? Горячо, чтобы голдишка была на потом.
Потом я у него забираю Брана, и с золотым Браном крутимся. То есть монеты это кручу с золотым Браном, все на свете кручу. Может, я получше найдем? Активация есть. Блин, немножко кривато выходит. Для себя продавать. Ладно, мы 100% ее заберем, поэтому вот так. Конец поединка. Теперь лови имбу. Так, конец поединка, теперь лови имбу. Так, Йоша, спасибо, спасибо сейчас. 21 Savage. 21. Есть конец ГОС еще. С золотым Браном. Нашел. Я нашел его. Я, ребята, его нашел. Вот он. Вот он. Все, голдишку не зря держали. Есть объятия, есть коллекционер. У него вообще лема писала много, поэтому я его держал, потому что, возможно, нам рекомендали пришлось бы забирать. Тактика лучше, чтобы получить бота, и еще я у него драконов все беру, еще у меня будет броня, за чтобы я никогда не вылетал. И прррррррррр. Ну, поняли. Не вижу, чтобы кто-то умом писал, кстати говоря. Вау. Согласен, от таких надо избавляться. Вот тебе золото. Могучий ты собираешь шанс. И давай сигнатурный трек перед сном, чатику повабить. Сейчас сделаем. Дарнозму, чтобы украсть у него еще Дарнозму, чтобы с него еще Дарнозму, потом который дает мне, который мне Дарнозму, чтобы Дарнозму. Пау. Так, Йоша, твой трек поставить следующим. Хорошо, спасибо. После твоего же трека. Пропустит Капитана Шираджа? Нет. О, гад. Твой он. О, гад. Ага, твой он. Я так понимаю, ты сам себя не хочешь задавать ни в коем случае. Найми кого-нибудь, пока можно.
боевые ключи. Боевые ключи. Мне вот этого чувака трепет собрать, что можно было вот этого чувака поставить. Но как? Но как, ребята, но как? Собирайся, Брица Смерть, собирайся! А как же карты МС не дают, но это из других дырок. Поражение 100? А где? Такое еще чего. Ну, кстати, его можно перескейлить, ладно. Это возможно. Карты мистроскопок не дают. Дарнозм это немножко другая история. Та-та. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Подожди, я же отсюда могу раскопать такого, да, чувака? Прямо сейчас? Пшел ты в задницу. Я не сдаюсь, never give up. Пшел ты в задницу. Прямо сейчас, ребята. Па-бам! Па-бам! О, боже мой. Ладно, было быстрее играть, что-то лагает жестко. О, ну. О, да. О, да. Та-та. Та-та-та-та-та-та-та-та. Вот тебе золотой. Вот это. Че надо плачь такую штуку? Никому не говори. Наги. Это же это хватает, чтобы прям перескейлить этого чувака. То есть, по идее, он наш главный противник, вот этот чувак. Где он там нас пробил? Где этот сранец? Ты это был. То есть у него золотой, что я превратился, бабл на несколько карт, да? То есть три карты бабла. Очень много спилов летают. Сплы еще у него крутятся за счет сливаза. Через ход никто не вылетает, но есть такое, да. Есть такое, конечно, ребята, есть такое. Кушлан, ну пофиг, наверное, просто крутим. Мои глаза, пожалуйста. Следующий слайд, пожалуйста. Да это еще я не тороплюсь. Нормально, ребята, чей я не это за бум был? А? Ты думал, я свой донат не дослушаю? Это бум каким-то образом снял заклятие. Но шутить пока не хочу. Устал немного. След устал! Раз. Ничего не вижу.
Ладно, это шарал. Кошмар какой. Так, сейчас сек. Лазин, подожди, а твои треки уже ставить, да, получается? Все, есть. Давай твои треки поставлю. Эй, он довольно силен. За счет ядов. Без Наги на Ята и Лема не победишь Наг. Наги... Ята и Лема. А? Мне кажется, я могу сам баблами... Вообще мне нужно триплет, наверное, Калисгоса желательно, чтобы можно было качать дракона вот этого жесткого. Его триплет уже было бы неплохо собрать. Что там еще было на столе? Подождите, с чем я сражался? Ну-ка так, ладно. От таких надо избавляться. Вот тебе золотой. Кому-то не поздоровится. Не стесняйся. О, боже мой! Перестаньте. Вам прям звонят. Пр. Не успеешь. Ой, поаккуратнее там. Боже мой, можешь перезайти? Почему так плохо? Хотя не думаю, что перезаход мне поможет. Почему ты на первом слоте? Чтобы дракона было не так обидно, чтобы он смог еще карту забрать, да, перед этим. Никуда мне кажется, перезаход не поможет, ребят. Так, все, и поехали. Сейчас, Ладин, давай твои треки. Ставлю. Сейчас, там ничего не пропускаю. Дымок для чатика, все, вижу. Шмукич, спасибо тебе, получается, за 100. Я поставлю трекич. Что это? А, вот есть он. Шмык, себе же поставил в очередь. Так, опять же, что там, мы остались с главным чуваком, да, главный антагонист, считаете? Подождите, а что если я колесо крутану, статы уйдут на него с чего-нибудь, я готов там что-то продать, да? Даже не важно, бабл, не бабл. Боже мой, дай карты играть. Дай скалит гос, блин, спасибо. Следующий слайд. Я подожду, пусть вербовка будет, чтобы я еще поменьше было покрутиться.
какие-то обоссанные боты залезают. Кто вообще на это ведется? Поражение 100, подождите, там 1000 статов нужно на нем. Это он, кстати, да, игру ломает. Из-за того, что приходится ХС считать его статы в конце хода. Довольно близко. Вкус играет с ГОСТ, нормально его слопали. Я не могу даже эту карту сыграть, потому что там мне будет по одной карте показывать. Сначала одну карту. Думает. Другую карту. Думает. Третью карту. Думает. То есть я весь ход потрачу, только чтобы его сыграть, потому что он будет очень долго думать. Где он игра начинает лагать именно из-за него? Подписывайся на канал, ставим лайки, колокольчик для того, чтобы получать оповещения. Есть.